Я всех, ребята, приветствую, подписчиков, гостей канала. Нахожусь я снова в России, в городке Вязьма, что в Смоленской области. От Смоленска 175 километров, от Минска около 500 километров, в Свято-Троицком кафедральном соборе. Который был основан еще в 2015 году. Огромная территория. Также очень шикарные виды. Я вам обязательно покажу. Релакс. Находится на небольшом пригорье данный собор. Также все ухожено красиво. Постараюсь также изнутри показать его. Но также здесь я покажу пару интересных мест. Смотрите мои сюжеты. Ребята, подпишитесь также на канал, кому понравилось. Хочу показать вам, обойти территорию. Вот еще красивый обзор. Детская площадка также. Также можно перекусить. Как раз начинается богослужение в соборе. Сегодня, ребята, все. До новых встреч. Продолжение шикарной природы возле храма следует. Пока.